вот уже в который раз всеукраинский клуб BMW порадовал автолюбителей зрелищным автоспортивным праздником. 2 ноября в Одессе на тренировочном автодроме «Взлетка» были проведены состязания по любительскому драг-рейсингу. На этот раз организацию, проведение и всю ответственность за мероприятие взял на себя одесский филиал клуба, проявивший немалые чудеса организованности и сплоченности своего небольшого коллектива. Что же такое драг-рейсинг? Это гонка по прямой на 402 метра с максимальным ускорением. Старт с места и финиш. Приехал первым, ты победил. Порадовала мягкая солнечная погода в этот день, настраивающая на радостное и бодрое настроение. Несмотря на то, что организация и оповещение проходили в крайне сжатые сроки, в гости к одесситам приехали любители BMW из Киева, Херсона, Николаева, Ильичевска, Никополя и других уголков Украины. Праздник, ни на минуту не теряющий духа соревнований, действительно получился. Регламент соревнований был закрытый, то есть участие принимали водители только на автомобилях марки BMW. Соревнования состояли из трех тренировочных заездов, зачетных стартов, полуфинала и финала. Одесские организаторы, наверное, в первый раз для таких соревнований применили очень интересную и гуманную схему распределения автомобилей на старте. Выведенный коэффициент соотношения мощности мотора каждым 10 кг массы автомобиля позволил поделить автомобили на три класса, и каждый участник получил равноценные возможности. Схема была разработана и ранее успешно опробована одесским филиалом всеукраинского клуба BMW специально для участия разноплановых автомобилей в таком виде гонок. Ведь наряду со спортивными и заряженными болидами выступали и повседневные автомобили, которые все мы привыкли видеть на улицах наших городов. Всего на мероприятии было зафиксировано около 200 автомобилей. В соревнованиях же приняли участие 31 машина. После награждения и заключения всех официальных мероприятий организаторы порадовали зрителей и автолюбителей еще одним развлекательным действием. Каждый посетитель, невзирая на марку его автомобиля, мог попробовать свои силы в драг-рейсинге и вызвать на старт того, кого хотел. Заключительные соревнования всеукраинского клуба BMW в этом году по драг-рейсингу, проведенные в Одессе, получили жизнь благодаря генеральному спонсору одесского филиала клуба, специализированной станции технического обслуживания BMW «Бавария».